Не, ну сказал он, как он сказал, говорит, что говорит, куда ни посмотри, сюда рвался. Документы дай мне. Я не совершил. Документы мне давай сюда. Давай, вон, если хочешь, ты туда разговаривай. Документы мне давай. Кому документы? Да не тебе, стой. Да я спрошу, не снимайте мою камеру. Это твояка, блин. Олег, иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Так, так. Ты будь завтра на заправку. Уже здесь иди ты сюда. Не командуешь. Да, я тебе. Дай мне Олег. Нахер он тебе уже не дает. Я что сказал? Я Олег. Я сейчас позвоню в институт. Целоваться в шапку сдал. Куда ты шапку сдал? Или ты мне телефон родителей даешь, или я звоню в сухопутный их возраст. Олег, Олег, дай мне телефон родителей. У меня нет телефона. Давай еще прошу. У меня нету телефона. Нахуя ментов? Можешь не понять? Сейчас она заканчивает там набивать информации. Что там, ДТП по этому ГАИ? И так положено. ДПС? Хорошо. Что это сделать? Лена! Тобі ще багато там? Хто? Я ж от. Потім на ГАІ вийдеш. Городом. Хорошо. Іди умоємо, приведи в порядок. Тільки не рихтуй його мойся, тому що ти. Ну, конечно, я же уже бабушка, так что я... Это почему? Почему ты не пробовал? 22-й? 20-й? 118. Это не 100. Вот вы знаете, что я... Да, пятый был. Ой, там собака еще. Собака, при собаке грабят, да? Так, добрый вечер. Если он добрый, конечно, помните, что мы зашли. Кто там собачка? Где потерпевшая? А где ваша дочка, да? Да, девочка. А вот сидит, то я не заметил. Заходите. Что случилось, рассказывайте. Смотрите, я шла с работы. Здесь недалеко на Столовскую работу. Где и кем? В магазине «Континент», упаковывал подарки. Где-то полсуме возвращалась. Куда еще? Через Бочарова. Знаете, вот по той стороне не под домом, по дороге. А через, ну, по дороге, а потом свернула наискосок, там можно пройти. И там, короче, один шел. Ну такой, не знаю, молодой. Где? Ну, встречивал. За мной, за мной. Шел. Когда вы обратили внимание, что он шел? Он перешел вперед меня. Обошел меня, потому что я медленно шла. А вот, я ну я так не обратила внимания, чтобы на карту обращать. Где-то, ну так, не молодой, но больше 35 где-то так мне показалось. Вот. Он шел впереди, и ну, получается, мне он шел как раз по той дороге, по которой мне надо было. Он шел впереди вас? Да. Он дошел до третьей парадной у нас. Вашего дома? Да. Впереди вас. И остановился. А я пошла дальше. От парадной шли или по дороге шли? От парадной. Ну он тоже под. А он под да, парадной, он возле парадной остановился, вы пошли дальше, да? Да. Я стала подниматься, ну, у нас же свет не было. И на втором этаже уже, ну, когда я поднималась ко второму этажу, я слышала, как он, ну, зашел. Кто-то зашел. Я когда, вот получается, вот эта первая лестница тушу, и я когда на ней заворачивала уже, ну, подниматься на выше, этаж, да, я дверь открылась. И я повернулась, и я сразу поняла, что это тот мужик. А вот, ну я вроде как он чиркал то ли спичками, то ли чем. Я думала, может это кто-то из дома, и сейчас зажгет свет, ну и пойдем, да. Ну, чтобы было. А вот, и когда я начала подниматься уже. На какой этаж? На второй этаж. Я уже почти что поднялась.
А он почти что давно. Получается, он выхватил сумку, а я... Сумка на плече села. В руке. Схватил за сумку, дернул назад или что? Или да, и дернул сильно. Нет. Именно за сумку схватил. А я просто сильно держала ее. Не ожидал, видно, что я буду сильно держать. А когда дергала, получается, я упала. Ну. Дальше он вырвал сумку и... И убежал. А когда он еще, видно, не ожидал, что я упаду по лестнице. Что вы хотите, когда он не ожидал? Потому что он остановился и послушал, ну, нормально все или нет. С вами все? Да. Нормально или нормально, да? Ну, я шел. Все нормально? Ну да, я же не буду с ним бежать. Нет, с вами. Вы сразу пришли в себя или какое-то время? Да, я все нормально, я пришла в себя. Что было у вас в сумке? Апельсины, 1 килограмм, 1 лимон. Книжка была. Записная книжка, какая книжка? Книжка по гинекологии. Это просто книжка. Документы. Какие документы? Паспорт. Паспорт, чей паспорт? Мой. Ну, вот какие документы? И документы те самые у врача, ну, женской консультации тоже. Что еще было? То, что я прохожу. Ну, понятно, как бы. И... Не досмотр, там, какое-то лечение, как бы. Ну, 1 гривна значит... была. Щетка. Для волос. Какая сумка была? Сумка вот эта распространенная, знаете, она в виде рюкзака такая, кожезаменитель, тут такие 2 змеечки, она получается, ее можно и как ручками держать, и через плечо. Как ранец? Нет, не ранец, а именно через плечо. Но в основном многие девочки ходят такими, коричневого цвета. Так, что вы запомнили по этому мужчине, приметы какие? Ну, он был в шапке такой, не обтягивающий, а вот в такой вот шапке. В такой шапке, шапка, как у меня? Да, или... да, да, вот типа такой. Цвет шапки? Я не... темно. Темная куртка. Темная, да, конечно. Куртка, в чем одетый был? Куртка, ну... Цвет куртки, длинная, короткая, понятно, вот материал может вот не видеть. Темного цвета, светлая куртка. Темная, скорее всего. Я не буду. А приметы лица, его какие-то я телосложения? Его лица не видела. Плотный, худой. На вид сколько средний. Лет хотя бы? Лет больше 35, мне кажется. Я так сзади его видела. Он когда пошел в вас, вот тот у него приметы. Я его в глаза не смотрела. Больше такого особо ничего не запомнили, да? Если бы я видела лицо, я бы вспомнила. Пожалуйста. Тут вам дать листик? Могу записать? Вместо тебя. Нет, это не вместо. Делайте свою работу, молодец. Не делал. Кусочек. Можно сюда. Девочка, подожди, ждет ребенка, я это же. К сожалению, этим негодяям не объяснишь. А мы уже вот это отключение света. Ну, это, конечно, это свет тоже для бандитов просто. А мы дома были, мы услышали громкий крик, мы не знали, что это точно. Это было между вторым и первым, да? Или на втором? Это когда поднялась. Я вот уже. Почти. Вот это мы так же тебе по лестнице, когда сегодня не было. Я сейчас пойду схему нарисую. Я могу нарисовать. Нет, я там не вместе. Да. Между какими этажами было? На втором этаже. На втором. Этаж уже, да. Не между этажами, а уже на втором. Нет, на втором. Я вот была на втором, и как раз он дернул, я уже почти что поднялась. Я скатилась прямо в все это лето. Там даже ногти поломала. Нет, не дело. Руку выдержали, зажали пальцами, а он рванул. Звони. Ну что делать? Хоть заходим. Что у нас такое?
Сина отправили, только що побили. Побили, голову розбили. А куди ви його відправили? У Слободку. У Слободку. А де ж його грабили? Вот здесь, вот возле дома. Каже, возле вашого да, дома? Так, каже, возле дома, а здесь якісь чотири пані, говорить, молоді, давай його знімати кожанку. Ну, кожанка стара, вони думали, що, мабуть, стояща кожанка. Вона така, часи зняли, почали кожанку. А, от це скоро, мабуть, ти. Це його скоро, так? І от це скоро. І що мужчина почав кричати, і вони розбіглися, а це він побився. Все побита, і голова, і йому вже чотири рази. А куди вони його відвезли? В Слободку. В Слободку? А там було записано. Сейчас будет сообщение скорой помощи. То в Слободку надо выйти. Ну что ты скажешь? Ну мы знаем, что на улице. Вот они записали, да. 11 ГКБ. Да, ну Слободка. Отделение? Травматологии, да? Так он не знает, кто это, да? Ну, пацаны говорят, пацаны. Его сразу прибили, сразу ему вдарили в голову. Потом вот это все разбили, тут все разбито, голова вся разбита, вот это все разбито. А что там взяли у него? Часы сняли. А кожанку вот, они хотели снимать, а она старая. Ну, не как старая, я ее купила вот тут, только что она не настоящая, понимаете, она настоящая, вот. Ее уже помыли, да? Да нет, вот она вся в крови, когда же я помыла. Так, может быть, ее взять как вещдок? Да ее, да, надо будет. И здесь сделай, возьмите, протокол изъятия сделай. Вся в крови. Столик, я тогда и объяснение у них приму. Да, объяснение и протокол изъятия. Иди, иди, сюда, иди, иди, иди. Да, есть. Ну, она уже расскажется. Ой, боже мой, боже мой. Тупо били, били його, що ребро, ребра побивали в легкі, в этот теж бил в обласній больниці. Вот. Уже вона займалася за гроші, хоч самою бери вішайся. Думаю, копійки за душу. Раніше хоч робили, лічили там безплатно, а зараз кром копійку треба платити. Да. За цим усім нещасним, він інвалід, я теж така сама. Ще його сина теж положила вже 8 місяців в Олександрівці лежить, теж бил запив так. Ну він самовольно пішов, сам ліг. Ну і зараз теж в сусідньому домі дівчинку на 8 місяці ограбили, сумку вирвали, темно було тоді. Не заходить вечором. Це якраз в темноті світу не було. Як ваша фамілія? Бог, у вас Бохан. Вы мать, да? А, да, да. Бохан Полина Филипповна. Бохан? Бохан. Бохан. Бохан Полина Филипповна. Ну, кажешь, сын. Он же скажет, что здесь тут возле дома недалеко. Их вышло четыре, их давай снимать кожанку. А потом раздевили, что она... Когда вы родились? 54-го года. Не, вы. 1954. Вы. Я когда? Да. 1928. Число месяц. 3 ноября. 3 октября. 3 октября. 1928 года. Где родились? Село Кучеровка, Знаменский район, Кировоградская область. Украинка? Да. Пенсионер, куда он на пенсии? Да, ну уже все. 3 ноября будет 70 лет. Телефон есть у вас? 520631. 520631. Він говорив, що молодий. Каже, синок, хоч скажи, які вони молоді парні. Пацани. Пацани зразу вдарили, видно, в голову, тут голова розкроєна.
а потом, наверное, це сюди, бо губи тут теж розкроєні, і голова оце тут може оперувати будуть, наверное, що. Ви проживаєте, це ви муж, так? Да? Так. Да. З мужем і сином, так? Да? Його син і мій син. З двома синами, так? Да. Ой, Боже мой, вся в крові. Бачиш, це ж у нього там цей воєнний білет. А у нього в штанах в задньому кармані. Да? Как його фамилия, имя, отчество? Бохан Валерий Иванович. Валерий Иванович, да? Ну ничего. Он младший, старший ваш? Кого? Это дети от разных браков. Да, да, это все его Валерий Иванович. Наверное, надо их шесть замотать. И вот такую середку. Потому что вы будете в крови. Вы в целлофан, у вас есть целлофан? Целлофан, сейчас, да. сейчас. Погоди, здесь может есть сумочка целлофан. Ну вот эту вам черненькую, дедушка, черненькую. Ага, может, туда влезет. Ой, Боже мой, Боже. А откуда он шел? Где он был? Он же не говорит, где он был. А шел ветеляр багажа. А вот здесь его где-то, вот здесь вот его перестрелили. А когда он ушел, куда он уходил? Он ушел, еще днем ушел. Днем? Не говорил куда? А во сколько этого, когда он вернулся? Да вот, полчаса, как он провел его. Полчаса. Полчаса, да? Его, да. Ну, светок зажегся. Это же он еще... Оцей мужчина, що йшов, і ще, наверное, хто з ним йшов, з цим мужчиною, та вони розбіглися. Вони все його били, поки він збігли. Він не скінчався, та мужчина йшов, а там позаді. А ви знаєте того мужчину, хто його привів? Ні. Ні? Ми спрашуємо, хто ви, що, ви розкажіть, хоч нету времени, побіжав. А хто він такий? Оце він його підняв. Ну, може бути, мужчина цей час і знявся. А хто знає? Он не сказал ничего, а говорит, малолетки. Малолетки побили, тот пока поднимал. А цей привів його, він же сказав, наверное, где він живе, привів. Говорить, принимайте, говорить, сына, вот, говорить, подняв його, привел вам, пожалуйста, бо я спішусь, а куди може, куди він спішився? Там сразу только дверяк не убежав сразу. Да. Я ж хотіла розпросити його, де це, що це, де ви його підняли. Ой, нет, у мене времени, все. Таке, що воно таке, Бог я знаю. Ну, минуты 10 був, як світ загорелся, да? Це десь з полчаса назад, да, ви говорите? Ні. 19:30. Ну, 19 напишіть, там все. 19. Тому що світ зажовся в 7. В 7 часов 10 минут. А його привели, коли в 7. Ну, ми вже немножко телевізор посмотрели. Да, это... Где-то, наверное, в 7:30 вот такой был. Ну, так оно, по-моему, сейчас уже 10 минут 8. Хорошие часы.